Всем привет! Прорываемся в Светогорск. Пробки ужасные, движение как в Москве. Всех с праздничком! Троица, первый день. Едем в Светогорск посмотреть, как этот праздник проходит в Светогорске. Стоянка полностью забита, еле нашли место. Стоит оно 20 гривен. Есть небольшой рыночек. Здесь в основном сувениры. На пляже людей много, но купается мало. Думаю, вода еще холодная. Туалет. Нашли один. Стоит он 10 гривен. Плов стоит 50 гривен. Шурпа стоит 50 гривен. Овощная нарезка стоит тоже 50 гривен. 100 грамм шашлыка от 50 до 60 гривен. Квас 20 гривен. Плов хороший. Одной тарелочкой можно наесться. Шашлык тоже неплохой. Но мало посадочных мест. За твой столик могут подселить совсем другую компанию. Это не очень, конечно. Стоим в очереди на катамаран. В общем, катаемся на катамаране. Вот такая вот тачка. Руль на самом деле здесь. Вот. Если кручу педали, сильно скрипит. Так что пока крутить не буду. Вот что интересно, течение идет туда, а волны идут сюда. Мы сначала гребли, как бешеные, думали, мы гребем против течения, чтобы назад отдыхать. А оказалось, мы плыли по течению. Ну как-то так. В общем, атмосфера праздничная вроде как. Людей много, все, праздник чувствуется, ощущается. Но такое ощущение тут присутствует, как вот это вот все, весь праздник, просто вот все подготовка была. Вот за 2 недели из ничего быстренько все как можно больше всего слепили. Вот чего-то не хватает, какие-то недоработки везде. Как-то так. Есть тут еще экскурсия в пещеры. В принципе, интересно. Если интересно, у меня есть видео, будет в плейлисте «Красоты Лиманщины». Там можете посмотреть пещеры Светогорска. Мне кажется, вода еще холодная. Самый приятный сегодня момент, на уставшей ноге покататься на качельке, полюбоваться видами.